Сайт Евроньюс опубликовал статью Касым-Жомарта Токаева о роли средних держав на глобальной политической арене. Права вето, которым обладают постоянные члены Совета Безопасности ООН, часто приводят к тупиковым ситуациям, мешает принять решительные меры по глобальному кризису и приводит к повторяющимся сценариям, когда односторонние действия предпочитаются коллективным. Это снижает доверие к международным институтам. На этом фоне средние державы, такие как Казахстан, выступают ключевыми игроками, обладающими растущими возможностями для обеспечения стабильности, мира и развития в своих регионах и за их пределами, говорится в публикации.